Дорога – это не только испытание для коммунальных служб. Дорога – это экзамен на выживание для всех. Первым в нашем хит-параде проходит испытание «Водитель зеленого хэтчбека». Лихо набрав скорость, он с первой полосы перестраивается в третью, при этом не обращая внимания на другие авто и то, что дорога уж как-то подозрительно блестит. На этот раз все обошлось. Видимо, водитель хорошо подготовился. А вот герою следующего видео двойка за подготовку. На перекрестке проспекта Пушкинского и улицы Гагарина он, водитель красного авто, решил проскочить на красный. А в итоге перелетел через бордюр и поцеловал светофор. Не зачет. Пешеходы в Могилеве самые бесстрашные. Они всегда держат водителя в тонусе, как в этом случае. Вынырнул из-за буса, испугался, но увидев на встречной полосе очередное авто, решил проверить реакцию его водителя. Да, экзамен для нервов, что надо. А это классический вопрос. Кто главнее на дороге, многотонный грузовик или юркая легковушка? Водитель темного универсала на этот вопрос дал неправильный ответ. В итоге авто, ремонт и объяснительное на стол сотрудникам госавтоинспекции. И на сегодня последнее испытание. Как поступить, когда перед тобой дорогое авто бьет по тормозам, пересекает две сплошные и, как ни в чем не бывало, уезжает по своим делам? Правильно, такие водители становятся героями рубрики «Автомат». Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат» в одно слово «собачка тут.бай».